Валерий Павлович, цели и задачи форума «Великие реки»? Может быть, вы что-то сегодня уже взяли на вооружение? Ну, вы знаете, цели известны. Дело в том, что мы в 16-й раз проводим международный научно-промышленный форум «Великие реки». И самая главная задача здесь – проанализировать ситуацию, которая сегодня существует в развитии тех регионов, которые находятся в бассейнах «Великих рек», объединить усилия над решением проблем, которые возникают при стабилизации экологической ситуации, новых подходов к использованию водных ресурсов, к развитию водных путей, к развитию энергетики, которая связана с водными ресурсами и, может, большему ресурсу сбережения. Вот эта тематика сегодня самая главная, и мы сейчас этим очень серьезно занимаемся вместе с теми экспертами, теми практиками, которые работают в этой сфере. Вот серьезная экспозиция организована на нынешнем форуме. Я прошел эту экспозицию, вижу, что именно это направление как раз развивается. Есть серьезные наработки в области экономии электроэнергии, выработки электроэнергии с использованием возобновляемых альтернативных источников. В тех местах, где недоступны такие виды топлива, как газ, как нефть. И одновременно с этим экономия водных ресурсов, много очень вот, технологий представлено и иностранными компаниями, так сказать, компаниями из Чехии. Их надо просто сейчас соединять с нашими практикующими организациями. Я даже заметил, что стенды очень далеко находятся, допустим, Нижегородского водоканала и этих чешских компаний. Они говорят, мы вчера уже познакомились. Поэтому задача одна – вобрать все передовое, организовать практические взаимодействия участников. А в этом году у нас 600 фирм участвует, около 5000 участников, 45 регионов Российской Федерации, это больше половины, и 18 стран. Масштабы ни в коем случае не уменьшаются. Ну и 12 секций, которые вот, начнут работать после пленарного заседания, они обсуждают столько вопросов, что там одна повестка дня занимает несколько десятков страниц. Это важно. В компании «Волга» Александр Иванович вопрос. Да, Валерий Павлович, пожалуйста, Александр Иванович, задай вопрос.